Донецкую область заходит очередной циклон, причем он довольно обширный, отмечают синоптики. Захватывает территорию от Атлантики до Западной Сибири и распространяется на весь Казахстан. Он уже принесет с собой серию циклонов, один из которых будет ощущаться у нас уже завтра, 29 декабря. С ними погода будет ухудшаться, осадки смешанного характера, снег, дождь, гололед, усиление ветра, значит, и метели будут. Ветер ждем опять сильный, 23-28, но это пока предварительно, сегодня еще будем думать, может быть, и 30 напишем. Температура воздуха в это время будет минус 2, минус 7 градусов. Однако уже после прохождения циклона на 30 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Ночью минус 10, минус 15, днем 0, минус 5. Осадки, отмечают синоптики, тоже будут, но умеренные и лишь местами по области. 31 на 1 самую новогоднюю ночь ожидается, в принципе, без осадков и такая умеренно морозная погода, вот в пределах, значит, 10-15 мороза. Но уже в утренние часы и 1 числа очередной циклон, опять осадки, опять метели и повышение температуры. В общем, такая неустойчивость. Ну, пока я говорю, точно не могу, но где-то так, в пределах 2-7, наверное, мороза. Причем синоптики добавляют, что и этот прогноз может измениться. Дело в том, что все идущие на наш регион циклоны очень быстро смещающиеся, и предугадать их поведение очень сложно. Первая неделя Нового года тоже полна метели, снегопадов. Вообще январь прогнозируется специалистами теплее нормы на 2 градуса. Осадков тоже будет больше. Последний буран, который прошел у нас во вторник, кстати, выпала почти двухмесячная норма осадков. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.